Расширение для Chrome от letyshops.ru напомнит о кэшбэке перед покупкой в более 700 популярных магазинах. Перейдите в магазин, где планируете купить, а расширение напомнит вам о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт, смотрите в описании. Друзья, всем привет, с вами канал Китарай. Как обычно, у нас посылочка. Посылочка с Китая, посылочка с сайта AliExpress. Ссылочка на этот товар будет, как обычно, в описании. И давайте вместе с вами откроем, посмотрим, проанализируем и испробуем. Аккуратненько вскрываем, чтобы не порезаться. Наш скальпель до сих пор острый. И здесь у нас... Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Пять карандашей. И не просто карандаши, сейчас откроем, я вам все покажу. Это гибкие карандаши. Не могу понять, почему они гибкие, именно гибкий грифель. Но грифель, видимо, не обычный, не как в обычных карандашах, а, видимо, какой-то специальный. Вот, смотрите, здесь идет сам карандаш, такой достаточно длинный. Идет стерка. Вот. И теперь, смотрите, гнется он вот так, и можно даже завязывать его в узел. Вот. То есть проблема всех карандашей, они ломаются. Вот, этот у вас ломаться, соответственно, не будет. Давайте попробуем его подточить. Точилки, к сожалению, нету. Но есть наш скальпель. Сама оболочка такая чувствуется, она резиновая. Поэтому и гнется в обычном карандаше, это все дерево. Знаете, и грифель сам похож, он то ли резиновый, то ли еще, он прям режется по-другому, не как обычный грифель. Давайте возьмем бумажку и попробуем порисовать и постирать. Ну, рисует он, соответственно, как обычный карандаш. Берем стерку. Ну и также все стирается. То есть обычные карандаши, стоят они там недорого. Ссылочка на них в описании. Я думаю, в школу, да и на работу кому-то такие карандаши будут очень полезны. Причем они не ломаются, и можно даже удивить друзей. Я что-то в магазине таких не видел. Видел, в наше время были похожие карандаши, но они гнулись буквально там столько. Дальше они ломались. Вот, а это, смотрите, можно вот. То есть он резиновый, видимо, и, соответственно, гнется уже очень хорошо. Вот такие, ребят, карандаши пришли. Пришло 5 штук, всяких разных, видите, цветов. Вот. Ссылочка, опять же, будет в описании. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем удачных покупок! Эй, ребята, есть просто офигенный паблик AliExpress без посредников, где каждый день мы выкладываем самые лучшие товары с сайта aliexpress.com. Плюс каждый день розыгрыши бесплатных призов. Ссылка в описании.